Село Тулькуле – населенный пункт в составе Златопольского сельского округа, насчитывает 15 домов. Осы ауылдан беделді азаматтар шыққан, дәргерлер, мұғалімдер, басқа да адамдар. Осы ауылымыз бұрын 600-500 адам тұрған осы ауылда. Осы үлкен той бүгін өткесін, осы ауыл енді адамдарға, балаларға толсын. Мықты денсаулық, отбастарыңызға амандық, жұмыстарыңыз жемісті, табысты болсын. В ходе мероприятия старожилы рассказали молодежи об истории села, поделились трудностями его основания. Это место, где я вырос. Сейчас мне 75. Сам я проработал в этой деревне 30 лет. Здесь жили граждане Даулбаев Нурмухамбет и Мамбаев Жанабай, которые стояли у истоков. Во время Целины был человек по имени Яков Фразевич. Они построили школу и детский сад. Хочу отметить его заслуги. Не могу точно сказать, но, как я слышал, на этой равнине водилось много лис. По этой причине село названо Тулькуле. Село славится не только живописной природой, но и талантливыми, трудолюбивыми жителями. Одна из них – Сара Шумабаева, проработавшая 30 лет в сфере образования. Благодаря молодежи, сплоченности жителей проходит празднование. Это пример для следующего поколения. Чувство радости. Рад всех видеть. Пусть наша деревня процветает. Мероприятие продолжилось Казах Кресе, Архан Тартыс и другими национальными играми. Зеленбек Калиева, Салтанат Бейсинова, Жүрсіну Мирза, Кокши, Ахпарат.